Задача. Значит, есть форум, который посвящен у нас автомобильной тематике. И форум, он находится у нас на ukos.ru, то есть доступа к базе данных напрямую у нас нету. Нам необходимо его перенести на другой форум этого же заказчика в отдельные подрубрики, при этом сохранив порядок сообщений пользователей, от кого, кто разместил данную информацию, и сохранить в сообщениях картинки, ссылки и тому подобное. Примерное количество тем на сайте 964, 7727 у нас вообще комментариев, и количество пользователей активных было порядка 500 участников. Инструменты, которые использовались, собственно, Datacall, для того, чтобы собрать пользователей, темы, комментарии. Потом в Excel была трассировка между темами, комментариями, пользователями текущей версии сайта и для новой версии сайта, чтобы задать их пароль, задать страницы, по которым переходить. С помощью Selenium IDE была настроена первичная автоматизация размещения сообщений. И далее в IntelliJ IDEA была написана программа, которая уже конкретно переносит, конкретно вставляет данные сообщения. Вначале идет у нас вставка тем, а далее идет вставка комментариев. Новый сайт на Drupal тоже вставлять необходимо было не напрямую в базу данных, а сразу же на сайт и имитировать, будто бы это вставляют конкретные пользователи. Перенести по Mazda Tribute в раздел Mazda Tribute сообщение. Вот у нас раздел Mazda Tribute. Сюда нужно было перенести сообщение с данного форума. А сообщения общие, там есть вот форумы побегушки, встречи и тому подобное, тоже перенести в общие разделы на сайте Friends Motors. Примерная трассировка сообщений и пользователей была вот такой. То есть у нас есть номер сообщения по порядку, дальше у нас есть страница, где она была размещена, сам форум, в котором был размещен, у нас было несколько форумов получается. Далее у нас идет сопоставление с новым форумом на новом сайте, тематика данного подфорума, под темы, сам пользователь и его сообщения. Сообщения сохранялись в HTML, для того, чтобы сохранить изображения и ссылки. Изображения были полностью все собраны их ссылки. С помощью Download Master были скачаны все изображения и залиты на новый сервер на Friends Motors. В HTML-коде в этом в Excel-файле были изменены адреса изображений на новые на хостинге Friends Motors. Вот этот файл был переделан в CSV файл, который мог распознать Java программа. Далее в IntelliJ IDEA подтягивали конкретный файл. CSV файл, который вытягивал необходимую нам информацию по колонкам и вставлял ее в необходимое для нас место. Вот если мы запустим, например, эту часть, то у нас программа запускает автоматический веб-браузер, запускает наш Selenium IDE. Он переходит на сайт Friends Motors, переходит сразу же на по конкретному адресу, авторизуется под именем и нажимает Quick Reply, автоматически вставляет наши сообщения.